Мы продолжаем рассказывать о штурме вершины Эльбрус с нашими специальными корреспондентами. Ранним утром 27 апреля команда Федерации альпинизма Донецкой Народной Республики совместно с командой горноспасателей Приэльбрусского отряда МЧС России вышла на штурм вершины Эльбрус. Прогноз погоды давал окно на первую половину дня с последующим быстрым ухудшением. Штурм вершины начался около 4 часов утра. Подъем до высоты 5100 метров, где начинается так называемая косая полка, прошел без каких-либо проблем. Высота 5000. 40. Зачем? Мы идем крайне немножко. Вот типа врачи сказали. Как тяжеловато. Ну ничего, сейчас раздышимся. Пойдем наверх. Все будет хорошо. Наш оператор с нами. Наш друг из МЧС. Вот. Алексей его зовут. Он нас поддерживает. Рассказывает байки. Морально и физически. Вот, так что все будет отлично. Думал, и сюда не дойду. Сейчас еще, отдышусь еще. И вот туда еще пойду. Это более честно. Высота 5000. Ну что сказать. Лучше бы я умер еще вчера на скалах Пастухова. На 4800. Тяжко. Но выбора нет. Надо дойти. После короткого привала группа двинулась дальше по косой полке. Однако примерно на ее середине погода начала резко ухудшаться. Температура упала до минус 25-28 градусов по Цельсию и поднялся сильный ветер. В какой-то момент один из участников экспедиции заблудился в тумане и чуть не сорвался в пропасть. Вскоре, к счастью, его удалось найти. Несмотря на это, команда дошла до седловины и начала подъем на западную вершину. Где мы находимся, неизвестно. Но высота 5,5. Погода продолжала ухудшаться, видимость упала до 20 метров. В связи с этим, примерно на высоте 5500 метров, было принято решение о спуске. Несмотря на эту неудачную попытку штурма вершины, команда альпинистов не унывает и готовится к новому восхождению на гору. Сейчас команда спустилась в Терскол для короткого отдыха и ожидания окна от погоды. Раз уже его сюда дотащили. Оль, есть наш отель?